ну или, скажем так, выигрывают у вышестоящих по классу. Но здесь может Игуаин забить. Ну вот большой привет тем, кто считает, что это деревянный нападающий, что это вообще не форвард, что он ничего не забивает. Шестая минута, Гонсало Игуаин, 0-1. Вы знаете, я не скрою, что я буду иронизировать. Начал говорить о том, что нужно Реалу менять полкомандира. Суд Озил — это вообще не футболист. О том, что Гонсалин, о том, что, значит, этого надо продать, того, сего. И, в общем, так набралось больше половины команды. Ну, это просто смешно, потому что хочется спросить, а где вы были, дорогие, пару-тройку лет назад? Где же вы были, когда Гонсало Игуаин в прошлом сезоне, отыграв 18... Подача в штрафную, Калиефон 2-0. Ну вот, собственно говоря, и все. Похоже в этом матче. 57-я минута. Два мяча преимущества мадридского Реала. Очень все спокойно, очень качественно. Ну вот еще раз, смотрите. Вот какая легко убирает здесь движением буквально бедра. Оп, и все. И Карлос Мартинес отыгран. Он вроде бы рядом, но он уже ничего не может сделать. Потому что он в таком положении грядки. Ну, а дальше есть такой вот персонаж руки-нож для того, чтобы иметь возможности вернуться в игру. Хаби Прието, ветеран команды, забивает мяч в ворота Диего Лопеса, хотя вратарь Реала был близок к тому, чтобы этот удар отразить, но он сделать этого не сумел. 2-1. Есть еще 27 минут у Сосьедада на то, чтобы... давайте говорить про то, чтобы перевернуть матч. Да, это пенальти. Конечно. Валенсия играет, я не знаю. А здесь у нас 2-2. Антуан Гризман, хватай скорее мяч. И на центр поля 13 минут играть. 2-2. Можно еще, можно вернуться в эту игру. Если по ходу сезона Сосьедад выиграет и у Реала, и у Барселоны, проигрывая по ходу встречи и тем, и другим 0-2, это будет очень красивая история. И чемпионов. Красиво все было сделано. Карлос Мартинес простреливает. И здесь, слава богу, что не дотянулся и Агирреччо до мяча. Могла получиться зеркальная ситуация относительно той, которая была в первом тайме, когда Гризман своим подкатом помешал добраться до мяча Агирреччо. Ровно в тот момент, когда нужно было забить, они пошли и забили. Ну что, Сан-Себастьяну надо забивать два. Как говорится, мы требуем продолжения банкета. Классный гол. И это пасище Месута Узила. Это вот, между прочим, ребята из немецкой сборной сделали гол. Месут Озил и Сами Хедира. Турок и тунисец по происхождению, но выступающие за сборную Германии, организовали этот гол. Жозе Мауриньо радуется, как будто бы этот гол что-то значит, как будто бы это победа. Абсолютно расстрельная позиция. И он из-под перекладины вытаскивает мяч. Да, кто-то скажет, что ни один вратарь, может быть, вытащил бы такой мяч. Наверное, да. Может быть. Но Диего Лопес, вратарь, с блистательной абсолютно реакцией. И сегодня он это продемонстрировал. Так, очень актуально. Еще один навес. Скидка. Хаби Прието заваливает мяч вместе с вратарем ворота. Ничья 3-3. Но это поздновато. Поздно, поздно. 5 мячей в одном сезоне. Очень актуально. Еще один навес. Скидка. Хаби Прието заваливает мяч вместе с вратарем ворота. Ничья 3-3. Но это поздновато. Поздно, поздно. 5 мячей.